Минтранс определил, сколько багажа могут брать на борт самолетов пассажиры, которые купили так называемые невозвратные билеты. Установленная норма 5 килограммов. С собой можно провозить рюкзаки, мужские портфели, дамские сумки, верхнюю одежду, детское питание, коляски, лекарства, букет, а также товары, приобретенные в дьюти-фри. Сверх нормы разрешается провозить костыли, трости, ходунки, а также их размеры превышают допустимые, их можно бесплатно сдать в багаж. При этом 5 килограммов – это минимум. Авиакомпании по своему усмотрению могут установить и больший вес. Для билетов, которые можно сдать, все осталось по-прежнему. На борт можно брать до 10 кило ручной клади.